Сейчас на эту сцену выйдет участник афганской войны, боевой офицер бывшего комитета государственной безопасности, отряд «Каскад», командир группы специального назначения, кавалер ордена Красной Звезды, патриарх афганской песни, автор военной афганской классики. Его перу принадлежат такие известные песни, как «Батальонная разведка», «Мы уходим» в исполнении группы «Каскад» и многие-многие другие. Встречайте, известный автор-исполнитель, член Союза писателей России Игорь Морозов. Жив и здоров, не контужен, не ранен, об остальном догадайся сама. В Афганистане жизнь не уместится в строчке письма. В Афганистане жизнь не уместится в строчке письма, и ты не прочтешь в популярном романе, как проверяются судьбы в бою. В Афганистане время историю пишет свою. В Афганистане время историю пишет свою. И даже на самом широком экране не показать, что такое война. В Афганистане правда оплачена нами сполна. В Афганистане правда оплачена нами сполна. Здесь кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив о гранитную твердь. В Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Балхе, в Герате, в Газни, в Бадахшане, в скалах Саланга, в песках Чардары. В Афганистане время не выветрит наши следы. В Афганистане время не выветрит наши следы. А помните же, не клянись на Коране, знаю, не веришь ты в эту муру. В Афганистане белое солнце встает поутру. В Афганистане белое солнце встает поутру. А я жив и здоров, не контужен, не ранен, а в остальном догадайся сама. В Афганистане жизнь не уложится в строчки письма. В Афганистане жизнь не уложится в строчки письма. Это наша признательность. Спасибо, что вы живы, пришли вернулись.